Привет-привет, друзья! Вы на канале Китасити, с вами я, его ведущий Владимир. И сегодня на распаковке у нас такая вот маленькая небольшая картонная коробочка. В этой картонной коробочке лежат солнцезащитные очки. Очки недорогие и очень качественные должны быть. Я искал на Алиэкспресс какие-нибудь недорогие солнцезащитные очки и натолкнулся на один магазин, который очень успешно торгует солнцезащитными очками. Этот магазин называется Aofly. Ну давайте будем распаковку вести. Сверху у нас лежит чехол вместе с очками. В комплекте у нас еще идет вот такая вот тестовая бумажка. Так она и называется, тест. Так, вложим ее в сторону. И тряпочка. Тряпочка. На тряпочке выбита Aofly, логотип магазина. Тряпочка небольшая, но большая тряпка и не нужна для протирки стекол. Вот, тряпочка мягкая, такая вот, сделана из микрофибры. Отложим ее тоже в сторону. И коробочка тоже уже не нужна. И вот сами наши очки. Так, очки лежат в таком вот мешочке. Мешочек, кстати, точно такой же, как и вот этот вот материал тряпочки. Он очень приятный, такой холодит даже. Так. И вот они, наши очки. Давайте уберем эти все пакеты. Ага, вот так вот снимается. И вот как выглядят они. Вот. На солнце они вообще стопроцентное зеркало ярко-синего цвета, такого ярко-ярко-синего цвета. Вот такой вот футлярчик идет в комплекте. Футлярчик хорошо прошитый, сумочка такая вот прикольно затягивается. А молодцы, хороший комплект. Так, сами очки. Это стильные мужские и женские солнцезащитные очки Unisex в новом квадратном дизайне в пластиковой оправе. И как написано в описании к этому товару, здесь стоят поляризованные линзы Polaroid, что дает 100% защиту от ультрафиолетовых лучей и антибликов. Довольно-таки хороший набор хороших характеристик. Давайте пройдемся теперь по внешнему виду этих очков. Оправа здесь пластиковая, очень легкая, очки практически ничего не весят. Пластик приятный, такой матовый. В районе носа имеются две подставки. Эти подставки вылиты прямо в оправе. И нету уже такого, что тут две проволоки с такими вот подушечками. И их нужно регулировать, чтобы очки ровно держались на голове. За счет того, что вот эти вот две подставки, они вылиты в оправе, очки будут всегда сидеть на голове ровно и не будут спадать ни вправо и ни влево. Все время будут ровно сидеть на вашем лице. Как заявляет производитель, тут стоят стекла Polaroid, что дает защиту от ультрафиолетовых лучей. Давайте проверим, так ли это или нет. Возьмем вот эту вот тестовую бумажку. На ней нарисован рыбак. Вот рыбак. И вот тут должна быть нарисована рыбка. Но она нам не видна. Она должна быть видна через очки. Вот так вот, если боком поставить, эта рыбка немножечко проглядывается при попадании солнечных лучей. Но через очки она должна быть видна так же само, как и вот этот рыбак. Да, вот видите, рыба теперь тут почти такого же самого цвета, как и рыбак. Вот, вот так вот, если поставить, ее не видно, сквозь очки видно. Вот. То есть тут стоят действительно линзы Polaroid. А это большой плюс, так как цена этих очков очень и очень маленькая, примерно около $5 или 5,5. Поверьте, за такую цену очки нормальные не купишь. Еще хочу добавить по поводу стекол этих очков. Я выбрал синие очки, но также есть не только синие. Там есть коричневые, желтые и еще несколько разных цветов. Сейчас синева не так сильно видна, но когда одену и буду идти по улице и будет солнечно, то эти очки будут полностью непрозрачные, полностью зеркальные. И стекла будут светиться ярким синим таким светом, зеркальным. Очень и очень красиво. Сейчас я сделаю несколько ставок с фотографиями. Я возьму фотографии из отзывов покупателей. Там будут и парни, и девушки. И вы увидите, как эти очки смотрятся на лице.
На момент записи этого видео продавец продал уже более 17 тысяч очков именно вот этой вот модели. И это не старая модель, это новая модель. И более 13 тысяч покупателей оставило свои отзывы с хорошими положительными комментариями. Люди делятся впечатлениями, на лицах у них улыбки, все рады, все довольны. Так что я вам тоже советую, кому нравятся очки подобного плана, переходите и покупайте. Ссылку на магазин продавца я оставлю в описании под видео. Переходите и выбирайте. У продавца есть и мужские, и женские. И вот эта вот фирма, вот Aofly, это какой-то у них там китайский бренд, именно китайский. Не какая-то там подделка, а вот именно бренд. Но лично я остался покупкой тоже доволен. Я получил за $5.5 тряпочку, чехол и очки. Полный набор, как говорится. На рынке или в магазине такого не найдешь. Так что я вам тоже советую, переходите и смотрите. Если нравится, покупайте. Ну а на этом наш обзор подошел к концу. Всем, кому понравилось это видео или было интересным, то ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Владимир. До новых встреч. Пока-пока.